Забрал деньги и исчез. Почти две недели бельская полиция не может выйти на след молодого человека, который ограбил круглосуточный магазин. Злоумышленник в медицинской маске и капюшоне угрожал продавщице пистолетом. Напуганная женщина отдала из кассы около 3000 леев. Момент ограбления зафиксировали камеры видеонаблюдения. В связи с грабежом было открыто уголовное дело. Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно об этом происшествии, позвонить по номеру 112. Мы гарантируем конфиденциальность. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.